Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dark Souls. Мы находимся в Анорлонда. В последней серии мы прокачали нашего Чигатану, ну, нашли вот этого кузнеца. Это, по-моему, прекрасно. В этой серии нам нужно... Вообще, по-хорошему, нам нужно найти бы Bonfire. Потому что здесь все, что осталось в данной локации, это большой зал, насколько я понял, ведущий к боссу. Хотя могу и ошибаться. Ну-ка. Да, тут больше делать-то нечего. У меня 33 тысячи, то есть мы можем поднять один уровень. Хотя, по-моему, маленько не хватит. Но, по крайней мере, уже практически на один уровень. Так, давай ко мне. Ой, у тебя какая-то новая анимация. Блин, про такие вещи заранее, как правило, надо говорить, уважаемый. Откуда я знал, что, блин, этот меч теперь бьет по-другому? Ладно. Да твою мать. Вы посмотрите, что творят. Да ты, твою мать! Да как так-то? Блин, я же... Как он через ворота попадает, что ли? Это же вообще нереал какой-то. Блин, что мне не нравится? Да сдохни ты уже, мать твою, за ногу. Что-то сегодня я много вспоминаю этот мать. Что-то мне не нравится то, что произошло с моей Чигатаной. Она, конечно, стала гораздо сильнее, но у нее удары новые. То есть нужно переучиваться. То есть так вот он ждет полчаса. Так он пока ударит, это тоже. Выносливости сдувает дофигища. Ладно, хоть обычные удары остались обычные. Нужно приучиваться, короче говоря. Я уже привык, что у Чигатана по-другому совершенно бьет. А тут это может стать причиной того, что меня накостыляют. Так. Вон там где-то у нас Bonfire. Или не там. Или там. Вон там у нас босс... Ну-ка, подожди. Так, я все правильно понимаю? Ой, блин, ты жизнь от меня. Так, хорошо. Сейчас мы сбегаем, пожалуй, к Bonfire, то есть, чтобы не было обидно погибать, я подниму сейчас уровень. Да, собственно, продолжим с этого же места. Я, наверное, сейчас выключу запись, чтобы вас не утомлять. Так, ну и продолжаем. Я поднял Vitality на плюс один, то есть у нас стало чуть побольше жизней. Потому что в данной локации нам это необходимо. Вообще, конечно, на эти души можно было купить Twinkling Titanit и с его помощью прокачать подальше эту броню. Но, честно говоря, пока что как-то, блин, мне больше охота, чтобы у меня жизни побольше было. Всему свое время. Вообще, этот кузнец меня радует тем, что у него такие редкие вещи продаются. Так что нужно будет с ним... побольше, поплотнее познакомиться, короче говоря. Теперь у нас и средств туда есть. Это вообще прекрасно, по-моему. Так, ну и что, там у нас босс. С этими, в принципе, со всеми врагами мне драться особо-то и неохота. Давайте, может, пробежим просто. Потому что ничего хорошего они нам явно не скажут. А плохое мы от них уже все видели. Ух ты. Ты еще и такие вещи умеешь. Понял. Так, ну и, собственно, погнали. Я, по-моему, даже знаю, какой это босс. То есть мне про него много рассказывали. Самый сложный босс в игре. То есть тут два босса.
Да, мне много про них говорили еще до того, как я, собственно, игру увидел. Меня, собственно, отзывы по этим боссам и заинтересовали, когда народ там натурально заламывал локти и говорил, что это просто невозможно. Так, скорее всего... Ох, твою мать. Скорее всего, я погибну в первый раз, да и во второй, и в третий, пока не выучу тактику борьбы с ними. Ох ты, какой ты шустрый. А тот, наоборот, медленный и... Так, надо их как-то отделить друг от друга. Кого первым убить? Тебя? Сносит, в принципе, неплохо, но, блин, это, по-моему, что-то вообще. Самый полезный совет, за который я благодарен людям. Ой, как я полетел. Офигеть. Это когда мне говорили, что нужно бить кого-то одного. Бить обоих сразу смысла не имеет. Потому что, убив одного, у второго восстанавливаются жизни. И нам приходится драться с ним в одиночку. Но он становится вообще какой-то мощный. Твою мать, да это натурально нереально. Офигеть, что творят. Мне хана. Ой-ой, блин. А, скотина, да что ж такое? Все, мне хана. Нет еще? Но уже с минуты на минуту, как говорится. Сколько я 2 раза успел по нему ударить за все то время, пока они меня тут насилуют? Ты посмотри, они друг друга дополняют просто идеально вообще. Да тут никаких аптечек не хватит. Так, давай. А, ну что ж такое, блин, надо надеть что-то с сопротивлением. Я живой еще? Офигеть. Ну все. Да, ребята. Мы попали. Мы попали, мы попали. Просто слов нет. Это действительно что-то натурально, как-то слишком сложно, по-моему. Ну ничего, будем разбираться. Единственное, но то, что меня беспокоит, это то, что этот враг находится довольно далеко от бонфая, придется каждый раз бегать. Но как бы там ни было, увидимся около него уже. Так, продолжаем. Надо будет в следующий раз надеть броню потяжелее. Короче говоря, много чего надо будет в следующий раз. Сейчас я все еще осваиваюсь. Хорошо прошелся, кстати говоря. Блин, держать их на виду. Все время держать на виду. Хорошо. Блин, в этот раз у меня гораздо лучше все идет, надо отметить. Тихо. Тихо, ребята, главное тихо, осторожно. Блин, мне пофиг на мои души, честное слово. А, скотина. Но я вижу, что это реально. В прошлый раз это вообще было нереально. А теперь я вижу, что что-то с этим в итоге можно все-таки сделать. Так, нужно вас разделить опять же. А, скотина. Ладно, мне повезло, что меня более слабо ударил. Так, давай, 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 бежим, 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 бежим. Так, устанавливаемся. Ох, нехорошо. Ох, нехорошо. Ух, так, блин. Да что ж вы? Быстрый, давай ко мне сюда.
Быстрый, лети сюда. Блин, да что ж вы держитесь-то вместе все время? Это же... нечестно. Так, отступаем, отступаем, отступаем. Неплохо я по нему прошелся, неплохо. Так, хорошо. Блин. Промах. Не попал хоть раз, нет? Нет, не попал. Ох, твою мать. Чё, смерть? Да, смерть. Ну что ж, я могу сказать по этому поводу. Это печаль, да? Но в этот раз мы почти убили палача Смога. Я все-таки думаю, что... блин, нужно убить его сначала. Или может сначала быстрого попробовать убить, который постоянно держится со мной рядом. Так. Нет, мы убьем сначала. Короче говоря, я с мыслями собираюсь после такого тяжелого боя. Мы убьем сначала Пухтичка, а потом уже будем разбираться с Шустриком. И я думаю, продолжим мы через... так, продолжаем. Как видите, надел я броню потяжелее. Надел щит Гаргули. Хотя я в основном, конечно, планирую бегать с мечом в двух руках. Но если вдруг что, по крайней мере, я думаю, щит с защитой 75 против молнии мне пригодится. У него, конечно, от физических атак не 100% защита. Но все равно, как бы, я думаю, лишним такое не будет. Приготовление. Давайте попробуем. Можно, конечно, бегать от того бонфайра. В принципе, я думаю, это будет довольно неплохо, но там придется каждый раз драться с рыцарями. Хотя в целом, конечно, тот бонфайр и заметно поближе. Да твою мать. Мне и так жизнь нужна, еще вы мне подсираете, засранцы. Так, лечимся. Да пошли в очередной бой. Нужно бить толстячка. Нужно бить толстячка. Блин, они, посмотрите, насколько хорошо самонаводящиеся. Ох ты, какой у тебя замах-то, братюня. Так, прыгаем. А, блин, слишком рано. На твою мать. Так. Нет, что-то эта серия как-то сразу не то пошло. Вернее, не серия, а это попытка. Не думаю, что что-то уж больно... да, ты посмотри. Что-то уж больно хорошее тут получится. Но, как говорится, врагу не сдается наш гордый варяг. Так. Сейчас меня, похоже, убьют. Блин, это просто натурально. Очень сложный босс. Да хары стреляться. Давай, лети сюда. А мы пока к тому побежим. Так, раз, два. Блин, я уж подумал, что я убил, что-то такая анимация была, как такая, когда умираешь. Так, самое главное не жадничать. И не убирать. Да, давай. Закрепи результат, как говорится. Скотина. Так, ну что, блин, я, честно говоря, даже погрузился в раздумье, что же мне, твари, с вами делать. Так. Ну просто вот этот вот эта попытка как-то сразу пошло не то. Ладно, увидимся опять примерно там же. Thank you.
Готов. Фу, слабак. Все-таки как мне повезло, что я взял лучника. Душа Арнштейна, человечность, кольцо льва. 50 тысяч душ. Ну что, самый сложный бой. В принципе, я бы не сказал, что он такой сложный. То есть мне, конечно, дали просраться, но, на мой взгляд, могло бы быть куда страшнее. В принципе, если бы я пользовался чисто по оружием ближнего боя, то это было бы, конечно, так, понятно, это было бы, конечно, довольно геморройно, но так как у меня лучник, для меня эти бои проблем особых не составили. И какой-то пятый у нас, по-моему, раунд. С пятого раунда я понял, что с ним делать. Так, тут у нас подъем, тут у нас тоже подъем. Давайте по этому пойдем, по-моему, разницы никакой, я думаю. Толстячок. Да, толстячок меня, конечно, заманал. Вот это было. Толстяк сам по себе не такой сложный был, а вот в паре с этим быстрым парнем, блин, это просто какой-то кошмар был. Уф, ну ладно, мы справились. Мы справились. Bonfire, отлично. Так, что мне нужно-то? Нужно мне использовать человечность. Даже две. Ну ладно. Сначала мы ставим человеком, сейчас опять какой-нибудь темный фантом залезет, который гораздо сильнее меня. Это будет печально. Но тем не менее, теперь нам нужно зажечь. Да, я знаю, мне человечность надо использовать. Так. Блин, чё я парюсь? Я после этого боя, у меня мозги на бикрень просто. Натурально сложный бой был. Но после того, как я выкупил тактику, как против них драться, это стало просто очень легко. Особенно бой со вторым, когда он стал один. Это уже натурально в ясли какие-то превратилось. Так, ладно. Зажигаем. Потому что мы не знаем, что же нас там дальше ждет.
Собственно, давайте смотреть. Ух, о, ну-ка. Хрена себе статуя. Подожди, это не статуя? Далеко ты зашел в своем путешествии, избранный неживой. Ближе подойди, дитя. Так, преклонить колено. О, избранный неживой, я Гвиневер. Подожди, Гвиндолин. Дочь лорда Гвина и королевы Санлайт. С тех пор, как с папашей незадача случилась, я тебя ждала. Я хочу тебе отдать этот лос, лорд Вессел. С помощью силы лорд Вессела ты можешь перемещаться между бонфайрами. Супер! Окей. Верни мир, ой, верни огонь в наш мир и справься с лордом Гвином. Ты должен завершить эти вечные сумерки. Какая музыка красивая. Какие буфера. Сиськи. Блин, а что-то такая большая-то. Оно того стоило. Эта серия определенно того стоила. Она улучшается с каждой минутой. Так. О, избранный неживой. Твое путешествие идет далеко. Так, принять ковенант. У меня нет другого ковенанта сейчас. Давайте примем ковенант сисик. Кольцо солнечной принцессы. Только подожди, тебя же Гвиндолин звали. Да, замолчи уже. Мне как-то врезалась память, что принцессу, дочь лорда Гвина звали Гвиндолин. А ты Гвиневер какая-то. Странно. Очередная, наверное, перчатка какая-нибудь. Так, это у нас спуск вниз. Все, собственно, с Анорлондом мы покончили. Правда, там есть одно место, где мы еще не были. Но в основном-то уже все. Все уже, короче говоря, все. Так, я отсюда смогу спрыгнуть? Нет, лучше не надо даже пробовать. Я в человечной форме, сейчас вломится опять какой-нибудь темный фантом. Меня это печалит. Давайте, что ли, я не знаю. Блин, давайте лучше сходим к кузнецу и купим Твинклинг Титанит на эти деньги. С помощью него прокачаем нашу восточную броню. Хотя мне говорили, что можно после того, как мы, собственно, справились с этими рыцарями, вернуться в, как его, Файрлинг Шрайн, и там будет кто-то продавать броню вот этого рыцаря именно. Хотя зачем мне такая тяжелая броня? Но, по крайней мере, давайте сейчас отправимся туда. Валим из этого негостеприимного места. Ничего хорошего я тут не нашел. Ну, кроме сисек. Спокойно, не пылим. Так, сейчас мы пробегаем мимо этих. Там у нас будут гаргульи, которые нас могут убить. Тоже довольно опасные противники. Хотя зачем я сюда пришел? Я же не хотел вообще с ними сталкиваться-то. Так, минус один. Ах, блин, неудачно. Да хары уже. Блин, сколько стоит Твинклинг Титанит у тебя, братюня? Мне прикольно, мне нравится, как он мелкие удары эти наносит. Сначала такие большие-большие, а потом такой тук-тук-тук. Прикольно. Так.
Твинклин титанец стоит 8000 одна штука. Давайте-ка мы купим их. Насколько у нас хватает? У нас хватает на 6. Собственно, 6 возьмем, я думаю. Давайте все-таки прокачаем эту броню. Давно мне уже хочется это сделать. Кстати говоря, у меня денег, наверное, на это не хватит теперь. Так. Ну вот тебя на плюс 1. Тебя на плюс 2. Тебя на плюс 1. Потихоньку, помаленьку будем улучшать эту броню. Это, я постараюсь, чтобы это была моя основная все-таки броня. Так, ну и вот так, короче говоря. В принципе, ладно, нормально. Давайте теперь починимся. Жалко, нет опции починить вообще все. Потому что за время этого боя мне много чего поломали. Да вернусь, братик, вернусь. Так, ну и что у нас остается теперь? Сколько там по времени-то у нас это все заняло? Еще серии минут 10 можно побегать. Возвращаемся сейчас в Firelink Shrine. Там было у нас, конечно, одна комната у нас осталась неисследованная. Там было два рыцаря. Ну да хрен с ними. Че нам эти рыцари? Больше, я так понимаю, в Анерлонде делать-то нечего особо. Да, пощекотали мне нервы эти ребятки. Пощекотали, только так. Только в путь, как говорится. Блин, даже какая-то пустота в голове после всего этого. Вымотали нервы. Нужно будет потом разобраться. Вот я сегодня снимаю серии пачкой опять. Потом почитаю комментарии, что мне напишут по поводу того паренька, который там должен появиться в нарисованном мире. Что-то он не хочет появляться ни в какую. Но как бы там ни было, я думаю, его броню мы все-таки найдем попозже. Или не найдем, посмотрим. Так, поехали. Сейчас нам, чтобы попасть в Firelink Shrine, нужно пройти насквозь Zen's Fortress. Потом пойти... А, ну все, собственно, понятно. Сейчас я просто подбегу к этому бонфайру на всякий пожарный. Вдруг сейчас прибежит какой-нибудь фантом, меня убьет опять. Так, ну что, убить тебя, нет? Я даже не знаю. По идее, надо бы убить. Да, давайте убьем. Firekeeper Soul на дороге не валяется. Бежать. Хорошо. Плевать мне на этого персонажа, честно говоря. А вот на Firekeeper Soul отнюдь нет. Красивая локация, но пора ее покинуть. Подожди. У меня есть... я же получил... Как он называется? Весел. Где он находится? Блин. Может быть... Он вообще не тут находится. Может он... Блин, давайте тут, короче, поищем. Тут что-то его не видать, честно говоря. Ну, тут его явно не будет. Lord Vessel. А, то есть она просто как ключ. Давайте попробуем с Bonfire на Bonfire переместиться. Это бы очень время нам сэкономило. Я что-то не посмотрел, уже на автомате все делал. Я говорю, после этого, после этой битвы с боссом я опустошенный какой-то. А, понятно. Костерчик у нас потух теперь, да? То есть хранитель костра погиб. Ну и хрен с ним. Понятно. Говно вопрос. Новый найдем. Нам этот бонфайр не сильно-то и нужен. У нас сколько их тут на этой локации. В хороших местах.
Так, ладно, валим. Есть у меня ощущение, что я сюда еще вернусь. Что-то, мне кажется, тут еще не доделано, но в основном все, уже весь этот замок полностью исследован. Замок исследован, вон то здание, собор исследовано. Все вроде. Не знаю, короче говоря. В нарисованный мир по-любому надо будет вернуться за броней как-нибудь потом. А так, даже не знаю. Посмотрим. Так, ну что, что за затишье такое? Я думаю, сейчас, после этого, после Файрлинг Шрайна, нам нужно будет отправиться в катакомбы. Попробовать, по крайней мере. Или в Аллею Драконов, то есть в долину. Еще у нас Нью-Лонда руины остались. Да вниз туда к корням еще может спуститься. Место полно, куда можно пойти. Не знаю, сейчас мы, наверное, пойдем в долину драконов все-таки. Хочется мне туда, честно говоря. Так, где у нас тут срез? Это мне нужно сейчас поздороваться с парнягой. Спуститься вниз. Вот отсюда, скажем. Так, это я борщанул. Мне он туда надо. Значит, чуть повыше надо подняться. Я у нас средства, я забыл. А, в принципе, можно от бонфайру пойти. Ну, давайте посмотрим, как это перемещаться. Ворп, что ли? Да, вот на Файринг Шрайн будет самое оно. Отлично. Это очень упрощает дело. Сейчас, кстати говоря, душу Файркипер Сол поднимем. Да посмотрим, что, где там, что за броня это под него появилась у нас. Что это такое вообще? И где она тут продается? А, вроде говорили, что она у того мага, которого мы спасли в Zen's Fortress. Не знаю, не берусь судить пока. О, и ты тут. А что ты тут делаешь? Рад тебя увидеть здесь. Ты много наверху там сделал. Я благодарен. Знаешь, я тут думаю, ворота в старую крепость. Ты не туда направляешься? Ворота в старую крепость. Я даже не знаю, где это. Не Zen Fortress? Нет, навряд ли. В Zen Fortress мы уже с ним были. Ну давай ответим, да. Да, я знал это. Ой, какое совпадение. Мне везет. Рыцарь Катарины благодарит тебя. Возьми это. В честь моей благодарности. Чудо. Мне чудо не нужно. Так, ну ладно. А может... Хотя ты что-то скажешь-то. Ты ничего не говоришь никогда. Так, молчунья. Давай прокачай мне Festus Flag до плюс 4. И теперь давайте пойдем поищем того паренька. Возможно, это тот, который он там на мосту сидит, у которого я купил вот этот вот шлем голема. Бесполезный совершенно. Глупо выглядящий. Давайте посмотрим. Осмотримся, по крайней мере. Так, ну ты стоишь на своем месте. Ладно. Да пофигу на тебя. Да, наверное, у того. Да хватит подлить-то уже, а. Так, сейчас главное не упасть. Хорошо. Посмотрим, появилась ли твоя броня у него. Так. Мастер Ки продает, кстати говоря. Открывает любой базовый замок. Кристальные мечи.
броня голема. Да, смотри, вот она появилась. 7, 8, 6. Не особо тяжелая, надо отметить, кстати говоря. Возможно, это моя будущая броня. Так, но под нее нужно 27 тысяч. Надо будет их накопить. Ну что? Да ты замолчи-то уже. Хорошо. Я не знаю, сколько эта серия по времени получится, потому что очень много придется монтировать. Я тут раза 4 умер, да, много записей, как я бегал там от Bonfire к этим боссам. Но тем не менее, мы их победили. Меня это, честно говоря, радует. И если это был самый сложный босс в игре, то остальных я не так сильно боюсь. Потому что против него я тактику высчитал довольно быстро. Они совершенно никакущие были против атака. Атак с дальнего радиуса действия. Но опять же, подвижным персонажем надо было быть. Если бы я был танком и луком стрелял, у меня бы ничего не получилось, очень много приходилось уворачиваться. Так что тоже не так все просто. Как бы там ни было, победили мы этого босса, закончили Санор Лонда. Да, в принципе, ну что, куда дальше пойдем? Наверное, в Аллею Драконов. Не знаю, увидим в следующей серии. Я, наверное, сейчас отдохну от игры и через пару деньков продолжим. Как бы там ни было, надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур, всего хорошего. Пока-пока-пока.